Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Бьорна, и я только вернулась из России с хорошей вестью. И одна из этих вестей, их много хороших, одна из хороших вестей – это то, что мы будем помогать организовывать группы русскоговорящих детей, не только русскоговорящих, можно и с английским языком, для участия, совместного участия с лагерями русских детей, которых организует Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. Эти дети ездят в лагеря в лесу и живут, их называют следопыты, христианские следопыты, и они катаются на байдарках, забираются на деревьях, делают костры, танцуют, поют, изучают Библию, и вечером все вместе, кушают. То есть у них настоящий, как раньше был пионерский лагерь, только они называются следопыты. Дмитрий Першин, он служит в Крутицком подворье в Москве, можно с ним всегда встретиться, он и на Ютьюбе, и на всех средах, очень-очень хороший человек, умеет лазить по стенам, я с ним лазила по стенам на скалодроме, вы, пожалуйста, тоже посмотрите этот фильм, я буду делать 15 метров наверх, да. Очень интересно. Лагеря замечательные. Ирина Бьорна. Давайте вместе попробуем, что такое жить в русском лесу, и будем одной семьей. Одна планета, одна семья РКМД за дружбу и мир. До свидания, Ирина Бьорна.